Новоселье сотрудники цехов службы водопровода и канализации отметили накануне профессионального праздника, который торжественно отпраздновали в Сочинском водоканале. Более 100 работников одной из основных ресурсоснабжающих организаций города получили благодарности и были награждены почетными грамотами от руководства предприятия, администрации курорта и городского собрания Сочи. Символично была перерезана красная лента, а руководителю цеха вручены ключи от нового здания. Просторные бытовки, столовая, душевые, помещения для сушки спецодежды. Специалистам бригад сети водопровода и канализации для работы и отдыха созданы отличные условия. Все соответствует, вполне красиво, симпатично. Практично, что немаловажно. Новое здание удобное тем, что расположено рядом с транспортной службой. Общая площадь помещений порядка 600 квадратных метров. Нам сейчас построили такое красивое здание. Вот. Заходим вот во дворец, просто во дворец. Такого вот я 25 лет работаю, и никогда в жизни такого не видела. И это радость для людей, это сделано для того, чтобы люди шли на работу, как на праздник. Да вот, и большая благодарность огромное руководству за то, что они претворяют в жизнь свои мечты. В целом работы по обустройству нового помещения продолжались 5 месяцев и проведены за счет средств предприятия «Сочи-Водоканал», для руководства которого главным остается выполнение основных задач. Бесперебойность, конечно же, бесперебойность услуг и повышение, ежедневное повышение качества услуг. Нам удается несколько лет подряд выдерживать снижение процента аварийности. Очень серьезные цифры. За последний год мы зафиксировали снижение на 20% по водоснабжению и почти на 30% по водоотведению. Это результат работы вот тех служб, которые мы сегодня поздравляли. В целом программы развития предприятия разработаны и закреплены в проектах «Сочи водоканала», которые здесь поэтапно успешно реализуют. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.